Добрый день, дорогие друзья. В 1971 году мой сегодняшний співрозмовник был выкинут из Советского Союза как диссидент, а згодом стал легендарным маэстро. Сегодня у нас в гостях всесвітньо известный художник Михайло Шемякин. Михаил, добрый вечер. Да. Почти вечер. Мы с вами находимся сейчас в Вильнюсе, на нейтральной территории, можно сказать, не в США, ни во Франции, ни в Украине. Но я счастлив, что, тем не менее, вот мне удалось до вас доехать пусть даже и в Вильнюс, двойная удача. Вы знаете, я очень много о вас читал, и э, я себе кое-что выписал, и я буду иногда это зачитывать. Э, ваш отец, урожденный Файзула, происходил из черкесского кабардинского рода Кардановых. Да. Клан Кардановых насчитывает около 65 тысяч человек, среди которых президент Кабардино-Балкарии Коков и знаменитый дирижер Тимирканов. У него, у этого клана, есть свой гимн, флаги, герб. Вы ощущаете и себя газета. и газета, и газета. Вы ощущаете себя частью вот этого клана. Вам от этого теплее становится? Вы знаете, это очень согревает душу в тяжелые минуты, которых немало выпадает на судьбу художника и просто человека, который пытается что-то принести миру интересное. Вот и вообще приятно знать, что у меня есть. Малая Родина, Кавказ, который я обожаю. У меня есть родня, среди которой много-много интересных, талантливых людей. Я помогаю сейчас художникам Северного Кавказа, независимо от того, они принадлежат к нашему роду, к нашему клану, старинному и громадному. Я открыл для себя несколько скульпторов интересных. Я открыл для себя одного из лучших художников Кабардино-Балкарии, Руслана Цримова, которого, в общем-то, я на сегодняшний день хочу представить уже во Франции, благодаря как бы, моему легкому вмешательству с благословления Кокова. У него как-то стала продвигаться карьера, раз Шемякин Карданов его отметил, к нему и отношение стало другое. Но я сейчас хочу, чтобы просто-напросто люди узнали, что существует такая страна Черкесия. Это правда, что на родине вас называют Мухаммедом? Да, совершенно верно. Почему? Ну, потому что это прежде всего как бы мусульманская на сегодняшний день держава. Вот, и поэтому многие ко мне подходят и говорят, ну какой ты Майкл, ну какой ты Мишель. Вот. Ты наш, ты Мухаммед. Вам подарили, я знаю, саблю, папаху и скакуна по имени Корона на родине. Да, совершенно верно. Где сабля, где папаха и где скакун? Э, сабля находится в замке, где я живу. Папахи и многочисленные черкесские и пояса, и киржалы, они находятся там же. А скакун, ну, его было очень трудно вывести. Поэтому скакун завоевывал призы Скакал, и на сегодняшний день уже иное поколение продолжает скакать, поскольку эти кони принадлежат мне. Вы неоднократно признавались, что всегда были инакомыслящим. Как вы относились в пору жизни в Советском Союзе к этому образованию неестественному, к этой стране? Что вы понимаете, под неестественным образованием? Я понимаю, что оно было насильно сбито из э, республики народов, которые очень этого не хотели многие оказаться в Советском Союзе, в частности при где мы с вами сейчас находимся. Вы знаете, образование, если говорить художественное, оно было довольно высокое. И я считаю, что на сегодняшний день, к сожалению, профессора уходят, и эта великая традиция умирает. Но академическая российская школа, она, конечно, даст фору многим западным, включая американцев. Нет, я имел в виду образование Советский Союз. А, образование да, Советский конечно. Союз. Советское образование прекрасное было. Советский Союз, ну, вы знаете, все, что было после семнадцатого года, не очень радует здравомыслящего человека. Хотя я считаю, что распад, который мгновенно произошел в Беловецкой пуще, это было сделано слишком быстро, и я думаю, все даже те республики, которые мечтали освободиться от старшего брата, все равно, так сказать, испытали... На первых порах какое-то легкое неудобство. Но вы были инакомыслящим в ту пору? Когда я был выслан До из 1979 -го года. Я имел наглость видеть мир своими глазами. Это уже считалось преступлением. Поэтому с нами, как идеологическими преступниками, расправлялись не методом посадки в тюрьмы или в лагеря, а просто-напросто объявляли шизофрениками, у которых вяло текущая шизофрения, это, этот термин был изобретен в 60-е годы, и использовался для расправы с инакомыслящими. Поэтому нас сажали в сумасшедшие дома, где из нас старались выбить инакомыслие при помощи инсулина или каких-то новых психотропных аппаратов. А вы помните, как вы впервые столкнулись лоб в лоб с государством? Вы знаете, я столкнулся в лоб в лоб государством довольно рано. Я кончал среднюю художественную школу, которую мне не дали как раз закончить чиновники из определенных органов. Я был вызван на собеседование в Большой дом, где мне сказали, что учиться мы вам больше не дадим, поскольку вы отрицательно действуете на окружающих своих друзей и соратников по искусству. И с тех пор Куда бы я ни сдавал экзамены, включая семинарию, мне было отказано в приеме. Поэтому я работал чернорабочим в Эрмитаже и занимался самообразованием, потому что право работы в Эрмитаже давало мне право копирования старых мастеров. Поэтому все там работали художники. Наша бригада из 12 человек, которая обслуживала весь этот громадный Армитаж, включая уборку мусора, помои... Таскание скульптур, развеска картин громадных это все падало на плечи 12 тощих молодых парней, которые получали в то время, сами можете представить, мизерную зарплату 28 рублей 50 копеек. Но мы работали, потому что нам давали право копировать, копировать. в Эрмитаже. Если мы получали в месяц 28 рублей 50 копеек, то За копия в час если вы официально просите у Эрмитажа, стоило 3 рубля. А копировать нужно иногда картину полгода. Для этого нужно было быть миллионером. Вы были подвергнуты принудительному лечению в клинике для душевнобольных. Что это? Спецклиники. Спецклиники. Клиники Осипова. Эта клиника находилась под, под ведомством госбезопасности. И это была экспериментальная клиника, где Испро и на нас, испробовали новые психотропные медикаменты. Сколько вы там находились? Полгода. Все. Какие у вас были ощущения, когда вы там находились? Вы помните? Это... Страх, ужас, забытье. Что это было? Нет. Дело в том, что это очень тяжело для нормального человека ощутиться среди 68 тяжело действительно больных. После Эрмитажа. И после Эрмитажа, и просто после моей мастерской, в которой все было подчинено одному эстетике: какие-то старые шкафы, старинные книги, все в то время стоило очень недорого. Как вы знаете, мы покупали свои вещи в утиль сырье. Да. За рубль можно было купить великолепный старинный подсвечник, несколько старинных книг. Вот. Поэтому, конечно, очутиться, где тебя каждый день колят, проводят какие-то эксперименты, причем ты не человек, овощи. ты не номер, ты. Нет, овощи у тебя пытаются сделать. А ты просто больной. Больной отойди. Больной отойди от окна, больной все. И это, конечно, действует на психику очень тяжело. Меня спас КГБ, признались однажды вы, и я этого не скрываю. Правда ли, что для мировой культуры вас спасли чекисты? Советские чекисты? Совершенно верно. Я всегда это говорю. Потому что я был арестован. И на допросе, который. Арестованы, мне... простите, за что? Вам сказали, за что вы арестованы? Ну, в то время не предъявляли обвинений. Вас могли просто арестовать и привести на допрос. С обыском, как полагается. Обыски вообще у меня были неоднократные. Некоторые с ордером, а некоторые просто без ордера. Приходили милиционеры, начинали что-то искать. Ну, в то время, вы понимаете, такие люди, как я, мы находились вообще вне закона, как говорится, с юных лет. Поэтому мы воспринимали это все как нормальное явление. И что же чекисты? Очень вежливо со мной беседовал. Я вот только недавно узнал его настоящую фамилию, потому что он мне представился Смирновым, а выяснилось, что его фамилия Попов, полковник, который занимался моим изгнанием. Он мне просто сказал, у меня первый раз, я был мальчишкой фактически, особенно для Советского Союза, 28 лет. Это сейчас бизнесмены, 30 лет с миллиардами. В рассвете. Да, в рассвете или с пулей в голове, или с миллиардными счетами в банках, в офшорных зонах. А в то время 28 лет, ты просто пацан. И когда мне полковник КГБ сказал, Михаил Михайлович, я хочу с вами поговорить, я был ошарашен. Сначала я подумал, что он издевается надо мной, потом увидел совершенно серьезные глаза. И он сказал, что, говорит, вы знаете, у вас есть три выбора. Один выбор – снова сесть и очутиться в сумасшедшем доме на очень долгий срок. Второй – попасть в лагерь, из него вы не выйдете, потому что вы будете все время получать дополнительные сроки перед выходом. А третий, то, что мы вам предлагаем и советуем, это бесшумно покинуть Советский Союз. Условия будут тяжелые, вы не имеете права прощаться даже с родителями и сообщить. С собой вы не имеете права брать ничего, даже включая маленький чемоданчик. Мы вам даем на начало вашей жизни заграничной 50 долларов. Еще и денег дали. Дали денег, 50 долларов. Вот и бесшумно покиньте страну. С родителями можете связаться два месяца спустя, когда вы пересечете границу. Никому вы не имеете права сообщать о том, что вы покидаете Россию навсегда. Мне еще заполнилась интересная фраза. Он сказал, вы знаете, что ведь союз художников вам не даст находиться на свободе. Мы вынуждены будем вас изолировать. То есть, понимаете, человек мне рассказал, кто в основном меня изгоняет и кто меня травит. Но дальше началась очень интересная эпопея. Он попросил меня показать паспорт. Я вынул паспорт, поскольку всегда носил с собой в кармане. Он взял, развернул этот паспорт, достал коробок со спичками и стал сжигать некоторые страницы. На ваших глазах? На моих глазах. Я ничего не понял. Я говорю, обождите, а что вы делаете? Он говорит, сейчас вы поймете. Слихнул пепел с обгоревших страниц и сказал так. Вы сейчас пойдете в такое-то отделение милиции, по такому-то адресу, и скажете, что случилась неприятность, ваш паспорт сгорел. Случайно, на кухне уронили, в печку. Вот. Потом вам выдадут новый. Вам должны проставить несколько штампелей. Штампель о разводе я в то время был разведен штамп о том что у вас есть дочь вот когда они проставят вам первый штамп вы сразу забираете паспорт и в соседнюю дверь не заходите а вы сразу приезжаете ко мне и сдаете паспорт мне я вам буду оформлять Забежный. заграничную визу заграничную паспорт и я осмелился задать вопрос вполне естественно я говорю простите Почему вы, имеющие неограниченную власть, жжете мой паспорт вообще? Чего-то я должен делать, от чего-то якобы скрывать то, что я разведен? Я говорю, я не совсем понимаю. Вы на уровне Господа Бога. И вдруг вот такие вещи, которые я должен выполнить. Он говорит, поймите, Михаил Михайлович, своих хуже врагов. Я вам разъясню сказал он, когда увидел мои вытращенные от изумления глаза. У нас есть несколько отделов, которые занимаются диссидентами. Есть отдел, который считает, что вас не, неплохо бы посадить. Второй отдел считает, что вас изгонять из России нельзя, поскольку за вами очень удобно следить. Вы собираете у себя в мастерской поэтов, музыкантов, писателей, если вы уедете, группа распадется, и наблюдение будет более тяжелое за теми субъектами, за которыми мы наблюдаем. Значит, он мне дал понять, что в нашу среду небольшую был внедрен осведомитель. А наш отдел считает, что мы должны спасти вас как художника. И вы должны просто уехать. Выживите, здорово. Меньше занимайтесь политикой, больше рисуйте. Россия не будет всегда такой, сказал мне этот полковник. Потрясающе. Она, возможно, изменится. Изменится очень сильно. И мы хотели бы вас вернувшимся видеть со щитом, а не на щите. В 1971 году, наверное. 71-й год. Вы понимаете, почему я запомнил, запомнил фактически слово в слово то, что мне говорил этот полковник. Согласитесь, что для тех годов это было совсем неожиданно. Если сейчас, когда я рассказываю, люди... Это очень интересно. Вывести, вывести, картины вам не разрешили. Нет, ничего только, вообще. Только ничего, собаку. Просто. Только собаку. Что еще? У меня была маленькая пластиковая войска, потому что чемодан запретили брать. Туда я положил ножички такие в странные формы, сточенные для натюрмортов, дощечка для резки мяса, которую мне подарил знаменитый философ со своей кухней Яков Семенович Друскин, Да. Вот, его старший брат музыковед, а Яков Семенович Друзкин возглавлял группу абериотов. Хармс, Веденский. Вот он меня как раз и познакомил впервые. Я читал этих великих людей в оригиналах у него, которые он сохранил. А на кухне у него были какие-то старые источенные ножички, тарелки разбитые. Жил он очень бедно, это абсолютный был аскет. И я попросил у него эти предметы. Он говорит, ну они такие старые, Миша, зачем вам? Я говорю, вот они мне этим и дороги. Я много работал с ним, мне было жалко расстаться. И было несколько репродукций. Когда мы уже в аэропорту, я и мой маленький багаж в войске, подлежали просмотру, то неожиданно через минуты-две пришли явно Сотрудники органов госбезопасности, которые заставили меня снять сапоги, стали распарывать фуражку, стали искать что-то в подкладке тулупа солдатского, в котором я вылетал. И я спросил я говорю, что вы ищете, собственно говоря? Ничего. Мы ищем то, что мы должны искать, мне ответили. Когда я уже услышал о том, что посадка окончена, и мой пес уже посажен в самолет, я понял, что, наверное, меня разыграли. Ну и первая мысль была, ну, все, ты согласился на эту игру, значит, ты проиграл. Значит, сейчас поедешь туда, где тебе и место в этой стране. Потому что, вы понимаете, они создали такую систему коммунисты в те годы, что не делая никакого криминала, я просто писал картины. Я делал сам для себя иллюстрации Гофману, Достоевского, Диккенсу. Но свое существование я понимал и ощущал криминальным по отношению к этому обществу. Вот я шел по улице, я понимал, что я... Вы не таким были. Я не быть. тот. Да, конечно. Вот. Я понимал, что таким, как я, место или в дурдоме, или в ГУЛАГе. Вот там мы у себя, а здесь мы находимся нелегально. И вот это чувство постоянное, это процесс Кавки. То есть я понимал, что где-то идет наблюдение за мной, за моими друзьями. Мы делаем явно что-то не то, мы пишем не те картины, мы пишем не те стихи. Мы своим существованием доказываем то, что мы этому обществу не нужны. Видите, какая гроза началась подтверждение ваших слов. Так что вот. Поэтому. Но вы, вы улетели из Советского Союза, вы жили сначала во Франции, в Париже, потом вы жили в Соединенных Штатах. Три года назад вы опять вернулись во Францию, и тут я не могу вас не процитировать. Нет, я докончу да. свою историю с ГБшниками. Да, кстати. Когда, значит, вообще я понял, что, ну, наверное, поеду. Причем у меня не было никакого страха. Было легкое чувство досады, но, с другой стороны, какое-то облегчение. Я понял, что, наконец-то, я поеду туда, где мне и нужно быть. Ну, поеду какой-то из лагерей, начнется другая жизнь. Страха никакого не было, потому что, в принципе, ощущение все равно было, что ты и так ты живешь в зоне. Вот. И когда они полезли и стали прокалывать иголками эти сушеные фрукты и яблоки, разложили эти ножички, и один из них, здоровенный балбес, под 2 метра ростом, спросил, говорит, меня, ты что, мясник, что ли? Ладно. Я говорю, нет, я не мясник, я говорю, я художник. А эти вещи, я говорю, для того, чтобы их срисовывать. Я не сказал писать или делать натюрморт, не поймет. Я сказал срисовывать. Тогда они отошли в сторону, я увидел, как один из них крутит пальцем у виска. Шизик. Художник. Так что ты раньше не сказал, сказал они. Давай, собирай свои манатки вообще. И чеши к самолету, уже трап отъехал. След я услышал, художник, с таким презрением, ну, Типа, ну шизоик, сумасшедший, что возьмешь? И я понесся к Весь самолет, конечно, смотрел на меня волком, потому что из-за меня задержался отлет. И я полетел на Париж. В Париж. Я хочу вас процитировать. Вы сказали, я американский подданный и становиться русским подданным не собираюсь. Российский паспорт готов, я готов принять только вместе с демократией. Мне не нужно гражданство недемократической страны. Скажите, а русский народ вообще, на ваш взгляд, готов к демократии? Это тот вопрос, который задает сам себе русский народ. И, по-моему, ответы самые разноречивые. Многие считают, что народ еще не созрел, многие считают, что они уже живут довольно неплохо, и общество является демократическим. Вот. А если говорить обо мне, то я, я бы хотел, чтобы этот народ был, жил в демократическом государстве, но с той системой, которой самым основным недостатком является отсутствие законов. И вот эти все разговоры о том, что нужно бороться с коррупцией, нужно бороться с тем, с другим, с третьим, нужно бороться прежде всего с беззаконием. Если закон будет написан для всех, а не для нищих и полунищих людей, тогда в этой стране начнет царствовать демократия. Пока этого нет, и перед законом нет равенства, как в Америке. Извините, прокололся президент, и президент может Отвечает. в Америке сесть. Я не скажу, что Америка э, Идеал рай, идеальная, идеальная страна. страна. Но мне запомнилась одна фраза Эрнста Неизвестного. Очень интересный мыслитель, интересный скульптор и интересный мыслитель. Мыслитель, пожалуй, для меня еще более интересный. Он сказал однажды, говорит, когда его спросили, а почему вы не остались в Европе, вы были почетный гражданин Швейцарии. Он сказал, что на земле рая нет. Но если выбирать ад, я выбрал лучше. Это Америка. И вот я подписываюсь под этим. Понимаете, безусловно, конечно, в Америке свои недостатки, свои. Но на сегодняшний день по понятиям, что такое человек перед законом, Америка, конечно, занимает первое место. Я живу во Франции не из-за того, что я очень люблю Францию. Я вообще люблю Европу, как каждый русский, как сказал однажды Достоевский. Для нас камни Европы, старые камни, дороже, может быть, чем для самих европейцев. Но я живу в музее. А в свое время я прожил 30 лет в настоящей динамичной стране. Со своими недостатками, но я знал, что перед законами мы все равны. В 93 году, спустя 22 года после вашего изгнания, вы получили Государственную премию России. Причем Ельцин лично вас вписал туда, вас там не было, и лично вручил эту премию в Соединенных Штатах во время своего визита. Почему он так был к вам расположен? Что этому предшествовало? Вы знаете, с Ельцином мы познакомились из афганских дел. Мне нужно было обсуждать кое-какие вопросы, связанные с картами минных полей. Потому что вы знаете, что когда на Женевской конференции были, было совершено очередное предательство по отношению к своим гражданам. И о пленных солдат, наших. наших солдатах, не было сказано ни слова. А их было свыше 300 человек, официально пропавших без вести, Но на самом деле, конечно, люди знали, были фотографии, в каких ужасных условиях содержатся русские пленные у некоторых командиров. Конечно, исключения были. Масуд... Лев пустыни вообще замечательный человек. Ну и некоторые принимали мусульманство. Некоторые да? принимали мусульманство, некоторые отказывались. Ну и некоторые командиры были просто садистами, понимаете? Их было много группировок. Поэтому, поскольку я когда-то помогал радио "Свободный Афганистан", вы же вместе с женой летали туда в Афганистан? И мне пришлось напомнить, организовать комитет по спасению пленных, сделать пресс-конференцию, использовать свое имя, имена своих друзей, которые вошли в этот комитет, большие крупные имена политических деятелей, и музыкантов, людей искусства. И мы просто хотели обратить внимание на вот этих несчастных ребят, которые попали в беду. А потом уже, когда был организован комитет, который в основном то из самых деятельных людей состоял из меня и моей супруги, нам пришлось полететь в тревожное, страшное время в Афганистан, сначала в Пакистан, перейти нелегально границу и приехать в самый страшный лагерь господину Хикматьяру. Да. Вот, который прославился да. своей Жестокость жестокостью особой. и плохим отношением к женщинам. Конечно, чудом удалось выбраться оттуда живыми. Но удалось зато спасти несколько солдат. Самое главное, поговорить с будущим президентом Рабани, с которым мы тоже встречались, и договориться об освобождении остальной группы пленных. Свою миссию я выполнил. Ельцин, мы, Ельцин знал об этом? Ельцин знал об этом, и мы приехали по поводу минных полей. Мы пришли в кабинет, в то время была настоящая демократия. В кабинете, в коридоре Кремлевска стояли люди, курили. Когда я прошел в кабинет к Ельцину, мы стали пить чай. Мало того, я приехал не один, я еще привез своего галерейщика заодно, познакомить с Ельцином просто. И мы сидели, пили чай, моя супруга, американка, Французский подданный галерейщик Патрик Карпантье, я, бывший диссидент, и мы пили чай, и время от времени просто открывалась дверь, и говорили: Борис, здесь какая-то нидерландская организа... делегация приехала. И Борис кричал: Да пошли они к черту, пусть подождут. Вообще, тут с людьми сижу, чай пью, вообще, попить чаю, не дают. Видите, жизнь какая. У меня. Потрясающе. Вот И рассказывал мне о... о том, о другом, о третьем. Вообще, напоминал мне такого, знаете большого мальчишек и мальчиша. Мальчишки и мальчиш. -кибальчиш. Он рассказывал там вообще, как он куда-то влезал на танк, чего-то рассказывал о Бальфе, бегал по, по, комнате, кричал, махал руками. Одним словом, это был совершенно какой-то смешной человек, но очень живой. И вот когда я поговорил с моим другом юности Владимиром Буковским, да. Вот, знаменитым диссидентом, который в за Лондоне свободу в Россию, да, да под Лондоном, в Кембридже он живет, отсидел пол своей, своей жизни, он сказал, говорит, смешной человек. И сказал почти ту же самую фразу, говорит, он мне напомнил мальчишки-бальчиши. Мальчиш плохиш, мальчишки-бальчиши. Но был список на премию, да, и вас там не оказалось. Да, был список на премию, и Ельцин спросил, говорит, а, а где Шемякин? Вот, а я в то время как раз выполнил серию иллюстраций к э, литографии, к произведениям Володи Высоцкого. Вот ему сказали, ну его прокатили комитет да. по, Лени, по Ленинским государственным да, по, по государственным премиям, а у, у Ельцина был... президентское право один голос, он говорит, а я свой отдаю за Шемякин и повез Но премию, премию я самому буду вручать и меня поздравили, я год ждал его приезда, потому что он хотел вручить премию сам, действительно он ее вручил. Причем, когда он произнес такую речь, от него уже изрядно попахивало коньячком. И я видел, что у него на одной руке отсутствуют пальцы. Да. Вот. Я думал, а как же, я когда увидел этот значок, который нужно завинчивать, привинчивать, ну, а как же он мне сейчас будет его прикреплять? Наверное, произойдет заминка, всюду камеры телевизионные, американские, русские. И он так ловко мне его присобачил. Мгновение. Такая тренировка. А не выпил бы, может, не так. А может быть, был. не так, да. Но он, когда просил у меня прощения за то, что причинили мне большевики, потому что он к ним за отношения никакого Конечно. не имел, как вы понимаете, у него такой профессиональный жест, у меня хранится эта пленка, он сказал, ну, Михаил Михайлович, если вы можете простить нас, ну вот хоть вот настолько. И тут еще не хватало вот этого жеста только. В Санкт-Петербурге напротив крестов стоят ваши двуликие сфинксы как дань памяти всем незаконно репрессированным людям во времена большевизма. Как вы считаете сегодня России нужна крепкая твердая рука или нет? Вы знаете, вот это больше всего боятся серьезные россияне. Вот эта вертикаль власти, которая выстраивается, Жесткая. и одновременно в заказных книгах, где проводятся параллели великий Станин и великий Владимир Владимирович Путин, это настораживает любых нормальных, серьезных людей. Я знал Путина в первый срок. Это был интересный, живой человек, который чувствовал, что действительно думает о России. Когда я встретил с ним во второй срок, есть такое понятие «зализанность». Он уже был зализан. Я почувствовал, что человеку очень трудно достучаться. Он где-то там уже вверха. Вот и вот эти все идеи того, что пора ли пересмотреть, кем был Сталин, это, конечно, настораживает очень и очень сильно. И говорить о сильной руке, у нас уже было несколько сильных рук. И чем и вы сами закончилось? Знаете, чем это кончилось? Меня иногда спрашивают, говорите вы, мол, как ты диссидент, отсидевший в дурдомах, изгнанный в солдатской шинели из страны без гроша в кармане, сидишь чуть ли не в обнимку с кгбшником Путиным? Тогда я вынимаю камень из своего огорода и начинаю объяснять. А что вы объясняете? Я начинаю объяснять, кто меня спас. Но я не знаю, камень из своего огорода, я не знаю. А, ну это все брошен камень в мой огород, может, да. Действительно так. Нет, нет, я просто рассказываю вот эту историю: что на сегодняшний день ведь часто говорят: вот нас травило КГБ, нас преследовало КГБ, нас сажало в КГБ. Причем чаще всего гудят те люди, которые, которые были скукачами и ничего, никаких проблем с КГБ не имели. А вас КГБ спасло. а Забывают о том, что фактически КГБ, да, оно расправляли с диссидентами, да, оно сажало, да, оно допрашивалось, но в основном расправлялись друг с другом люди, искусство. Завистники. Завистники, Конечно. потому что союз художников травил Шемякина, травил Михнова, травил нонконформистов. Союз писателей травил Шнитки. А, да, Солженицына, травил Бродского, высылали Бродского. Союз, Союз композиторов. музыкантов, композиторов травил Слонимского, Тищенко, Губайдулину, Шнитке. Губайдулину, Шнитки. А потом все начинали кричать: смотрите, вот как расправляется. Нет. Я опять же говорю: что я никогда не забуду этой фразы: Союз художников вам не даст жить на свободе. Понимаете? А кто мне это сказал? полковник госбезопасности. Он не сказал, что мы не дадим вам, Попов Смирнов. Да, Попов Смирнов. Мы не дадим вам жить. Нет, совершенно по-другому было сказано. Его формулировка, к сожалению, к сожалению, она правильная. Из рук президента России Медведева вы получили орден дружбы. Он был вам необходим. Это как-то вас согрело, окрылило или нет? Вы знаете, мне не хотелось сделать вот такой жест который в свое время сделал Солженицын, когда отказался от э, ордена Андрея Первозванного. Знаете, все это мило, хорошо, но на сегодняшний день, я считаю, я забыл имя вот этой новой диссидентки, правозащитницы, которая выступила в журнале СНОП, есть такой очень неплохой журнал в Москве, издаваемый группой... Алексеева, нет? Я не знаю, кто его из, 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 издает, но это интересный журнал, называется «СНОП». Там очень интересное интервью, вот с было очень интересно. И что она сказала? Она сказала, что говорит, пришло время, когда нужно поддержать Медведева. Я полностью с ней согласен в этом плане. Поэтому, если бы мой выпад против него отказом от медали, медали, вы сами понимаете, для меня вам-то, вам-то. Вот. медали. Смешно, особенно сейчас, когда существует целый бизнес по, сознанию, по созданию каких-то новых орденов и медалей. Или, допустим, очень модно сейчас объявлять и вступать в какие-то дворянские общества. Выясняется, что кругом князья, графья и маркизы. Вот. И меня, конечно, все это смешит, и когда меня Зовут вот в эти организации, я вежливо отказываюсь, хотя имею какое-то отношение, поверьте, к дворянскому, к дворянскому сословию. В России сейчас у власти находятся бесы, сказали вы. А И вы как с ними бороться? Вы связываете с Медведевым какие-то надежды на демократизацию российского да. общества? Это более молодое, молодое поколение с явно демократическими наклонностями. Это именно наклонности, понимаете? У одних преступные, у других демократические. Но те и другие считаются в России преступными. Так что демократические наклонности у него есть. Возможно, ему придется за это и расплачиваться. Дай бог, что сошло с рук. Но тем не менее, люди, думающие о судьбе России, все-таки мечтают о том, чтобы он... Укрепился. Укрепился. Я вас снова процитирую. Меня спрашивают, говорите вы, чем отличаются жители других стран от нас? Прежде всего тем, что люди живут у себя дома, в своей стране, а русские живут не у себя. Каждый знает, понравился его дом какому-то новому русскому, пересели туда, куда не хочется, а из дома сделают магазин или выстроят на этом месте отель. Во Франции такого быть не может. Там закон защищает человека, его права, интересы. В чем, на ваш взгляд, многовековая трагедия России? Вы никогда не задумывались? Конечно, задумался, задумываюсь не я один, и размышляют, по-моему, веками уже философы, Бердяев, Шестов, и кто только, так сказать, вообще Федотов, Иванов, кто только не размышлял об этом. Мне кажется, что основная трагедия это с одной стороны склонность к рабскому мышлению, как и говорится, да, раба нужно выдавливать из себя, вытравлять из своих костей как говорят многие по мыслители по каплям выдавливать из себя раба а второе это конечно понятие свободы совершенно искаженное которое смешивается в российском сознании с понятием анархизма анархия Понимаете, это нация в которой очень трудно найти или нащупать золотую середину она к ней не склонна просто или рабство или разбой. Анархия, понимаете вообще? А просто-напросто вот нормальная жить, жизнь, вообще да? Вообще-все, она русского человека, ну, не устраивает, понимаете? Несмотря ни на что, вы Россию любите? Безусловно, ее нельзя не, не любить. Во-первых, прежде всего, она моя. И, как говорят, у нас в Одессе родню не выбирают, понимаете, какую вы получили, с такой родней вы должны жить, понимаете? Мы можем болеть, конечно, и переживать, но всю свою жизнь, когда меня спрашивают, а почему вы как-то простили Россию, вернулись вообще своим творчеством, своей творческой и просветительской деятельностью, это абсолютно нормально, потому что я говорю, а вы посмотрите, если внимательно проследите мою судьбу, я ведь никогда не порывался с Россией. Как только я заработал свои первые деньги, 76 год в течение года или полутора создавалось первый памятник нонконформистам. Я издал в 1977 году 600 страниц, по-моему, громадная томина, которая называлась «Аполлон-77», который вызвал лютую ненависть и брань у первой волны. У эмиграции. Эмиграции, которая назвала это тараном большевистским, попыткой разрушить старую иммигрантскую культуру мы мы особенно она я, существовала конечно, да да она существовала якобы вообще в виде воспоминаний о том как какая-то принцесса танцевала на балу у губернатора Государю. и у государя ага. с шалью подаренной им лично самим вот и конечно КГБ было ошарашено, потому что я знал, что к момент выхода Аполлона готовятся десятки статей разгромных против меня. Я ведь первый опубликовал Лимонова, я первый опубликовал Щапову, Мамлеева, вот многих художников, которые никогда Запад не знал. Филонова я первый опубликовал, Ремезова, Хармса, Веденского в этом альманахе, аль вот. И когда на второй день после выхода вышли безобразнейшие, почти хулиганские статьи белых иммигрантов. Недобитых. Недобитых. То все эти статьи были зарублены. Потому что как, если еще белые их ругают, а мы, советские, присоединяемся к ним. То что тогда получается? Получается, что мы поддерживаем княгиню Шаховскую, которая руководила газетой «Русская мысль». Мы поддерживаем Романа Гуля. И новый мир, который обрушился на Аполлон, и все. Вы в шутку называете себя лицом кавказской национальности, хотя это не шутка на самом деле. Это, это, далеко, не это, шутка. это далеко не шутка. Как вы считаете, как России успокоить, утихомирить Кавказ? Есть рецепт единый? Вы знаете, я сейчас где-то сотрудничаю с Хлопонином. Вы знаете, что недавно совсем. По... Буквально фактически на, днях, на северном Да, время. открывался памятник очень большой, очень сложный для меня и очень трагичный. Это памятник, посвященный э, Беслану угу. жертвам терроризма. Открывался его в Владикавказе. Открывал его Хлопонин. Вот, поэтому Хлопонина, на которого я знаю еще по тем временам, когда он был губернатором в Красноярске, вот знаю как очень деятельного человека, очень интересного преданного делам России и желающим что-то сделать хорошее. Не знаю, как это у него получится, но вот в наших беседах, которые уже состоялись несколько раз по поводу проблем Северного Кавказа, я, как человек прекрасно знающий, что такое Северный Кавказ, что такое молодежь Северного Кавказа, я постоянно пытаюсь обратить внимание через Хлопонина, правительство, которому мне сложно сегодня достучаться по определенным причинам, что если мы не займемся молодежью Северного Кавказа, не будем внедрять образование, расширять интернациональный культурный обмен вахабитом, и фундаменталистам. Ничего не стоит сегодня за 100 долларов переманивать этих несчастных ребят, которые слоняются по улицам и не знают, кому они нужны. Они в своей стране не нужны никому. Там существуют такая, такие же новые кабардинцы, новые черкесы, которые мало думают о своем народе, которые набивают карманы, в основном живут за границей или в Москве. Если это дальше будет продолжаться, Россия не удержит не удержать Кавказ. Кавказ. Они ее потеряют. В Санкт-Петербурге, в Петропавловской крепости, я видел ваш прекрасный памятник Петру Первому. Я знаю, что вы очень любите Петра, человека, который был очень жестоким. И этот город построил буквально на крови, по трупам, на трупах. Почему вы любите Петра? Чем он вам так нравится? Ну, вы знаете, Петр ведь фигура очень многогранная. И заострять внимание, допустим, на какой-то определенной черте его характера, вспыльчивости, допустим, вообще, желании быстро что-то строить, что-то делать, это один момент. Но мы забываем о том, что это человек, который владел 14 профессиями, который создал российский флот, российскую регулярную армию. Изменил который Россию. Изменил фактически... Лицо лик России в лучшую сторону, хотя все считают, что она по-прежнему должна была ходить в боярских шапках вообще с капустой в бороде, вот с Лвом с громадными шишками от ежедневных поклонов и битья челобитных, не столько богу, сколько, так сказать, вообще Бояру. государю боя, или боярам. Вот. Поэтому этот человек для меня был как раз первым демократом. Потому что я никогда не забуду одну историю. Князь Голицын за какую-то глупость был объявлен официально дураком, посажен в большую корзину с яйцами, который должен сидеть был в течение, по-моему, двух или трех месяцев и кудахтать. Вот такое наказание он внедрял. И в тот же момент он понимал прекрасно, что управляет страной, должна управлять страной не экзотерическая аристократия, а эзотерическая. Вы знаете да, философию да, неравенства да. Бердяева. Экзотерическая ⁇ это наследственная, а эзотерическая ⁇ это Богом избранная. И вот он как раз был первым, как бы, вернее, понимал, о чем предвестник философии Бердяева. У него какой-то калмык мост стал адмиралом флота, Там человек, Меньшиков который торговал тоже, пирожками да. на улице, становился его правой рукой. Еврей, крещенный Шафиров, заправлял всеми денежными делами России. Вы понимаете, вот это грандиозно. И мне кажется, что я не один, так сказать, и не одинок вот в мнении именно о том, что это была величайшая личность. Петербург уже перестал, говорите вы, быть городом-музеем. И подписывайтесь под словами Данила Гранина о том, что немцы не нанесли такого урона Ленинграду столько, сколько новые губернаторы с новыми русскими нынешнему Петербургу. Да. Сильный урон, на ваш взгляд, нанесен городу? Очень сильный. Очень сильный. Вы знаете, ведь урон наносили уже советские архитекторы в 60-е годы. Например, я жил на Загородном проспекте с, с грандиозным видом на шестом этаже. Слева Исаакиевский собор, а справа возвышался, правда, без крестов, Сенной собор, вот на площади которого Раскольников нес покаяние, да. и на которой молился Федор Михайлович Достоевский. Потому что, если вы знаете, Достоевский всегда снимал квартиру так, чтобы окна выходили на какой-нибудь собор. И вот однажды я пишу утром... Как всегда, я очень любил работать рано утром, на рассвете, Срисовыв... белые ночью. Я да? срисовываю, как говорится, силуэт, видимый из окна, легкий толчок в стекла, легкий шум, и вдруг на моих глазах медленно-медленно все купола собора, и собор стал опускаться и исчез с горизонта. Он был взорван рано утром. Бродский написал знаменитое стихотворение о Греческом соборе. Так мало греков стало в Петербурге, в Ленинграде, что взорванных собор. Это второй собор, который взорвали при мне. Была такая идея в 60-е годы идея надстройки домов. Да. Они изуродовали все силуэты, фонтанки, мойки. То есть ни один город так не калечился архитекторами, как калечится Петербург. А сегодня, например, на счету, вот сейчас, вернее, в очереди на снос готовится 490 старых объектов Петербурга в центре Петербурга. Чтобы построить высотки. Для того, чтобы построить какие-то высотки, какие-то отели. Причем как это ведь строится, ведь самое страшное. Я наблюдал эти стройки. Приезжают госторбайтеры, да. которые не говорят по русски, которые не имеют никакой профессии. Почему эти дома рушатся через год, через два летят штукатурка? И дрожжи не имеют к этим объектам. Дрожжи не имеют к этим объектам и просто напросто за доллар в день они живут среди крыс, этих же крыс едят в этих несчастных маленьких вагончиках, вот. А потом, так сказать, вообще мы получаем новый Петербург живой, как говорит Матвиенко. Вы знаете, недавно вышла газета с такими двумя разворотами. На одном развороте было написано портреты, значит, вообще, меня, мой портрет, Гранина, Сакурова, Германа. Mm -hmm. В общем, неплохая компания. Неплохая. Может быть, я не, кстати. Но в любом плане, так сказать, компания интересных людей. И была написана шапка. Люди, которые защищают мертвый город. Переворачиваем следующую страницу. Госпожа Матвиенко, ее сын банкир и многие-многие банкиры физиономии, которые просто не уместились в кадре, уши и щеки остались там, слева и справа, защитники и родители живого города. Значит, мы с Гранином, с Сокуровым защищаем ненужный никому нахрен город, покойницкий. Город Белинского, Пушкина, Декрасова, Блока, да? Ахматовой. Оказывается, мы защищаем. А они защищают вот эти Паноптикум, новые да? дома, так сказать, трех-пятизвездочные отели, сделанные как жирные омерзительные торты, потому что ведь архитекторы ведь еще какие вызываются. Какие-то безграмотные, полуграмотные финны. Все, чтобы дешевле и побыстрее. И крыс едят. Да, и самые, да их, и крыс едят строители. Эти чертят какие-то дома. Обязательно с башенками. И обязательно, чтобы колонны были толстые. Понимаете? И чтобы обязательно много было гранита и сверкающего стекла, и бронзы. Чтобы круто было. Чтобы было круто, понимаете, вообще. Я э, знаю, что ваши работы находятся в крупнейших музеях мира. Вот я себе выписал, вы участник более 500 выставок, почетный доктор шести университетов. Но я знаю, что вы настоящий трудоголик, работаете днем и ночью, причем часто одновременно над несколькими картинами сразу. Сколько вы спите вообще в сутки? Вы знаете, эти вопросы, которые мне постоянно задают, когда вы успеваете, сколько вы спите, и сколько у вас вообще штук, Шумякина, не клонировано ли вообще там, и не сияют ли где-то еще по разным комнатам. Режим нечеловеческий, скажу прямо, но я к нему привык, и, наверное, это генетически, потому что мой отец, кавалерист, который в седле отсидел две войны, вот мама тоже кавалерийская, которая два с половиной года да, что... сидела в дивизии отца, награждена боевыми медалями, хотя она и кончила театральное училище, институт, вернее театральный институт, и работала в театре Вакимова, снималась в кино, но во время войны она ушла добровольцем. Комедии будущих театр. Да. И отец мой мог просидеть в седле, как рассказывает мать, семь дней. То есть уже казаки кричали, товарищ полковник, ну, ну подспите и прочее. Он с красными глазами, вообще держась седле, он объезжал свою дивизию. Для меня, ну, сейчас, конечно, не тот возраст, но где-то в 30, 40, в 50 лет для меня не спать 4 дня работать, не чувствуя никакой усталости, это было абсолютно нормально. Вам вдохновение для того, чтобы создавать настоящее произведение искусства, необходимо, или вы садитесь и начинаете работать. Вы знаете, все эти разговоры о вдохновениях, что вас поцеловало в одно место муза, понимаете, это все, как говорили просторабочие в 60-е годы, плеш простая. Все это ерунда. Конечно, прежде всего труд, труд. А когда вы трудитесь, у вас есть постоянно импульс для того, чтобы улучшать свою работу, что-то новое находить. А поскольку у меня не бывает, допустим, в десятилетиях моих, и у моей супруги понятие «уехали в отпуск», допустим. мы никогда не отдыхаем. И я отдыхаю тогда, когда я меняю один метод работы или, допустим, одну мастерскую на другую. Если я не занимаюсь живописью, графикой или скульптурой, не занимаюсь э, фарфором, я очень много работаю на заводе Ломоносова. О, вот. Прекрасный завод. Не, ну вот там как раз вы, я одна из ведущих Посуда, людей. Да. Статуэтки, щелкунчик, балетная вещь и посуда. Чайники, расписанные мною. Ну, вернее, я делаю эскиз, потом уже пишут мастера. По технологии императорского, да? Абсолютно. Да. Благодаря мне было введен, введено клеймо. Класс. Первый mm -hmm. э, сервис, выпущенный с э, двуглавым орлом, это был мой. Так у меня получается, что я все время возражаю... Э, сам будучи антимонархистом, я ужасно воспринял вот эту новость о том, что Николай II торжественно был канонизирован. Сейчас я вижу новые иконы вообще. Николай кровавый, Крайности. так сказать, с нимбом на голове. Человек, из-за которого Россия фактически погибла на и долгие мелкий, годы. И вдобавок. Да, и, и взять канони Да, жалко детей. Да, понимаю. А детей простых крестьян не жалко? Они что, так сказать, вообще... В параллельном мире они они меньше, чем царские дети. Вас часто подделывают? Очень часто. У меня сейчас ведется процесс, как раз, потому что, ну, только в России такое бывает. Я приехал в Красноярск, вот как раз, где мы познакомились с, с Хлопонином на свою выставку в, в, в государственный музей. Ко мне подскочил на Вернисаже очень приятный человек средних лет, который обнял меня, передал мне большую папку и сказал, вот досье вашей экспозиции. Мы так счастливы, что все-таки Союз художников первый, два года тому назад, сделал персональную выставку Михаила Шемякина. Когда я раскрыл эту папку, я увидел, что вообще на этой персональной выставке Шемякина нет ни одного Шемякина. Это все сплошные фальшивки. Я спросил, а кто это сделал? эту выставку. Но наш знаменитый коллекционер, он привез ваши работы, по-моему, из Англии. Я дозвонился до этого коллекционера. Он был счастлив, что Шемякин ему позвонил. Был горд, что он первый сделал выставку. И когда я поинтересовался, я говорю, а где вы приобрели эти работы? Можно вас, у вас поинтересоваться? Вот эта чудная коллекция ваша. Он сказал, говорит, я ее купил в Москве у Феликса Комарова, который когда-то с вами работал. Известная личность. Да, известная <с личность. <с вот. В узких я кругах. Купил, я говорю, а можно поинтересоваться, уж спросить за нешкромный вопрос, а за почем сколько? вы купили? Он мне назвал цены, ну, у меня литографии дороже стоят, где-то по 2000 евро. Я говорю, а вам не показалось, что немножко странно оригиналы пусть и Гуаша но Шемякина э, покупать за такую цену? Ну, человеку нужны были деньги, знаете, сразу вот он мне дал 60 или 70 тысяч, потому что и мне нужны были деньги. В общем, я его как бы поддержал и сделал вашу выставку. Я говорю, а можно посмотреть работы? А я их уже все продал. Я говорю, да, ну, конечно, все. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був всесвітньо відомий художник Михайло Шимякин.